Сегодня моя проповедь называется «Как войти и жить в сверхъестественном». Мы не ограничиваем сверхъестественную способность Божию только в исцелении. Но исцеление самое легкое в том, чтобы дать примеры. Смотрите, сверхъестественное – это наследие для крещенных Святым Духом, живущих в нашем времени. Это продолжение того, что делалось, начиная с самого сотворения мира, с самого начала. Даже когда Адам был создан, и там было сверхъестественное. Вы знаете, когда привели к Адаму звери все? Вот это, мне нравится эта обстановка. Он должен был называть их. До этого у него не было списка выбирать, лев, кто из вас похож на льва. Ничего не было. Пусто. И он должен был придумать название, соответствующее характеристике того зверя. Это сверхъестественно. В конце должен быть слон, жираф, лев, и каждому дали название. Хотя до этого ничего не было. Это показывает, что сверхъестественно, оно не очевидно. Оно получается в жизни везде, где есть тупик, закрытие двери. Для людей, верующих в сверхъестественное, это не тупик, это не закрытые двери. Это повторяется то же самое, что было с Адамом. Сверхъестественное просто означает, Бог активно участвует в жизни человека. А это не важно, как он это делает. Я хочу, чтобы Бог активно участвовал. Если я пастор, хочу, чтобы Бог активно участвовал в моем пасторстве. Если я бизнесмен, чтобы Бог активно участвовал в моем бизнесе. Если я врач, чтобы Бог активно участвовал в медицине. Умирает пациент, Бог воскрешает. Скажите аминь. Заметите, Бог желает участвовать во всех вопросах жизни. Нам нужна сила Божия, которая дала бы нам, чтобы сверхъестественные проявления всегда были. Мы не можем говорить о сверхъестественном, не говоря о чудесах. Потому что проявление сверхъестественной силы проявляется через чудо. Скажите со мной, чудо. Чудо, мое определение, это вмешательство Бога на ход событий. Вмешательство Бога на ход событий. Мужчина пришел на собрание. И вот я молюсь за исцеление. К концу выходит мужчина на сцену и поднимает рубашку. Ну, это не культурно в Европе, по крайней мере. Снять рубашку. И говорит, здесь он что-то показывает, говорит на польском. Видно, был здесь аппарат для сердца. И аппарат исчез. Вмешательство Божие в ход событий. Потому что эта штука поддержала его сердце. Оно исчезло. Вон, куда она делся? Я не в курсе. Я приду на небо, спрошу, но исчез. И сердце работает, и он не умирает. Значит, Бог сначала сделал чудо и решил сэкономить денег, чтобы не снять эту штучку операционным образом. Бог его растворил. Оно стало мышцей? Не знаю. Она попала в больницу? Не знаю, это аппарат. Я не знаю, куда она делась, но одно я знаю. Его не стало. Бог желает влиять на ход событий в твоей жизни. Бог желает прийти, участвовать, ускоряя, создая, исправляя и тому подобное сверхъестественно, чтобы оно поменялось. Скажите со мной аминь. Зачем нам нужно? Смотрите, в Новом Завете
Я себе написал с Нового Завета 6 разных видов проявления сверхъестественного. Первое – это исцеление. Самое распространенное сверхъестественное проявление в Новом Завете – это исцеление, чудеса в исцелении. Особенно вот от Иоанна 5 глава 1 по 9 стих. 38 лет человек болеет. Иисус его исцелил и сказал ему: возьми постель свою и ходи в дом свой. Он встал, пошел, 38 лет не мог. Это чудо. Второе, это влияние на вещество. Особенно написано тут история, когда Иисус поменял воду, и она стала вином. Это не исцеление. Это было влияние на воду, и вода стала вином. Я слышал немало свидетельств о том, когда вода стала бензином. Я слышал немало свидетельств о том, как воздух стал дизелем. Потому что ничего не было, там был воздух в баке, помолились, и она стала полной дизелом. Вот заметите, Бог способен влиять на вещества, и они меняются. Кто-нибудь скажите со мной аминь. Третье. Воскресение из мертвых. Конечно, классический пример – это Иоанна 11 глава, 38 стих по 44, это воскресение Лазара. Часть сверхъестественного в Библии включает в себе воскресение из мертвых. Скажите, воскресение из мертвых. Притом, заметите, там надо было воскрешать Лазара, потому что он умер. А иногда нужно воскрешать мечты. Иногда нужно воскрешать призвание, которое умерло. Иногда нужно воскрешать способность, которая исчезла. Много чего, что надо воскрешать, поэтому провозглашаю во имя Иисуса воскресение всего, что в твоей жизни умерло, исчезло, потеряло жизнь, да воскрешается во имя Иисуса. Скажи со мной: воскресение. И Бог не только воскрешал мертвых. Четвертое. Это влияние на живые вещества, как рыба. Вот пошли они ловить рыбу, всю ночь работали, ничего не поймали. Иисус пришел и говорит: закиньте сети. Там рыбы не было до этого. А потом рыба появилась. Это значит, была сверхъестественная сила, которая подогнала рыбу, чтобы они попали в сеть. Поэтому заметите, сверхъестественное проявление Божие, оно также может влиять и на рыбы. Кто-нибудь скажет со мной аминь? Если может на рыбы, то может на все остальное. И теперь вопрос Ноя меня объясняется. Потому что собрать животные по 2-2-2, не все животные были в одном месте. Там, где он был, находился, это пустыня, вы понимаете? И там все животные не живут. Надо было, чтобы животные отовсюду прибежали. А кто их направлял к Ною? Сверхъестественно. Это означает, сила Божия, которая в нас, настолько сильна, что может повлиять на животные. И теперь я начинаю понимать, как Бог вначале говорил, чтобы идите по всему миру и господствуйте. Силу Его можно господствовать во всем. Скажите со мной аминь. Номер 5. Для охраны и защиты. Сверхъестественное проявление Божие для охраны и защиты. Иисус находится в шторме вместе с учениками. Ветер дует.
Он встал, умолкни, и ветер утих, и шторм ушел. Он повлиял на шторм, гроза, которая пытался его убить. В Библии есть такая история. Они брали Иисуса и ведут его к горе. Хотят его бросить. Когда они приблизились к горе, Библия говорит, он повернулся и прошел между ними. Представьте картину. Они злые. Убьем тебя. Тебе уже нет. Мы уничтожим тебя. И приближаются к цели в горе. И вдруг раз все остановились. И он поворачивается и уходит. И они его не берут. Они не хватают. Они все как заморожены. Это сверхъестественная Божья защита. Но я хочу, чтобы вы знали, что сверхъестественное проявление Божие есть также твоя защита. Скажите, защита. И последнее. В Новом Завете мы находим еще сверхъестественное проявление в обеспечении. Скажите, обеспечение. История есть, когда Иисус покормил 5000. Потом покормил 4000. Потом надо было платить налоги. И нечем было платить. И они пошли ловить рыбу и взяли деньги и оплатили налоги. Заметите, Бог хочет проявляться сверхъестественно. И также для нашего обеспечения. Зачем нужны чудеса? Зачем? Мне нравится, как говорится здесь. Евангелие от Матфея 11:23. Библия говорит так. А идти Капернаум до неба вознесся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сегодня. Давайте поразмышляем. Почему Бог погубил Содом и Гоморра? За грех, за гомосексуализм. Но не только, за много другое. Уничтожил Бог. Теперь давайте попробуем слова Иисуса. Капернаум, да, ты в худшем положении, чем Содома и Гоморра. Но слова, которые меня интересуют, это, если бы чудеса, которые были проявлены в тебе, были проявлены в Содоме, он был бы до сегодня. Что это значит? Это значит, если бы Содом видел чудеса, они бы покаялись, и не понадобилось их уничтожить. Матфея, 8 глава, 16-17 стих. Зачем нам нужны чудеса? 8 глава, 16-17 стих. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Так, чудеса. Зачем? 17. Да сбудется речено через пророка Исаию, который говорил. Заметите, чудеса, какие творил Иисус, они подтверждали Слово Божие, которое было сказано до этого. Чудеса подтверждают Божие Слово. Наверное, вы читали Библию много раз, когда вы читаете и пишется, что Иисус сделал, и говорится, и они поверили. И всегда я удивляюсь, 5-6 раз об одном и том же человеке он поверил. А как? Что он потом разуверился? Оказывается, с каждым чудом глубина его веры стала еще глубже, еще глубже, еще глубже. Бог желает, чтобы мы с вами двигались сверхъестественно. Я провел служение. Потом я встречаю пастора. И он хочет ко мне бежать все время. А охрана ему не дает. А потом, наконец, дошел.
И он начал мне рассказывать. У него много, несколько ресторанов. Он говорит, что произошло? Он говорит, пастор Генри, оказывается, от меня брали электроэнергии и супермаркет, и тот, и тот, и тот, и те. Он говорит, понимаешь, что произошло? После собрания компания «Энерго» мне, оказывается, должен миллион, там сколько там, там. И они мне обещали в течение недели вернуть. И они мне отдали. Говорит, ты представляешь, что за чудо? Я говорю, о, здорово. Мы только чудеса в исцелении, а мы хотим вот эти чудеса. К сожалению, церковь выключила всех основных чудеса, а Бог жаждет проявлять себя, потому что Он Бог чудес. Знаете, что мне нравится о чудесах? Чудеса говорят гораздо дольше, чем проповедь. Я могу проповедовать, чудо произошло, и я уехал. Но чудо дальше проповедует, и меня уже нет. Будь человеком, который позволяет себе, чтобы через тебя чудеса Божии проявлялись. Скажите со мной аминь. Вопрос как? Создай атмосферу. Зимой минус 26 на улице. Если вы войдете в теплицу, вы найдете там микроклимат, который позволяющим помидорам расти зимой, огурцы. Вот там растут эти розы, там цветы растут. Зимой на улице минус 26, а внутри атмосфера, которая позволяющая и огурцам, и помидорам, и даже цвети, расти. Что сделала теплица? Теплица создала атмосферу, необходимую, чтобы то, что по идее нельзя, было возможно. Это принцип теплицы. Вот. Если я прихожу на место, где больные люди, они пришли на собрание, на крусейды, они двигаются, они как-то... Они... Почему они не исцеляются в начале собрания? Почему они не исцеляются в любой момент? Потому что атмосфера для чудес еще не создана. Как только создастся атмосфера для чудес, начинают исцеляться люди. Кто в коляске встает, слепой глаз начинает видеть. Что произошло? Создана атмосфера. Скажите со мной, атмосфера. Я пришел к выводу, что нужна атмосфера с двух сторон. Первое, атмосфера в моем сердце проповедующего. Второе, это атмосфера людей, кому я пытаюсь служить. Первое, что помогает в атмосфере, одно из важнейших, это вера. Скажите со мной, вера. Притом, заметите, я земной человек и нахожусь на земле. Бог на небе. И Он находится в той сфере, которую мы называем сверхъестественной. А я на земле. Я нахожусь под управлением земных законов. Вера соединяет меня с Богом. И будучи на земле, начинаю иметь контакт с Богом, с Творцом неба и земли. И способность Бога-Творца через меня начинает проявляться, хотя я нахожусь на земле. А это мы называем сверхъестественная сила Божья проявляется. Как написано в Библии, к Евреям 11, глава 6 стих. Без веры угодить Богу невозможно. Что это значит? Это значит, Бог радуется, когда мы верим. Почему? Потому что каждый раз, когда мы верим, мы соединяемся с Ним, и Он может себя проявлять. Значит, оказывается, Бог радуется, желает. Он счастливый,
когда мы с Ним соединяемся, и Он может проявлять Себя. Кроме нашей веры, второе, что поможет создать атмосферу, особенно внутри человека, это откровение. Откровение. Откровение приносит, делает, чтобы Слово Божие стало реальным на сейчас. Когда приходит откровение, оно берет те исторические вещи, которые в Библии, и делает их живыми. И они становятся реальным не 2000 лет тому назад, а реальным когда? Сейчас. Это как будто впервые Бог сказал: изгоняйте бесов. Потому что вдруг у меня оно так живо, как будто только что сказал Бог впервые. Это называется откровение. Вот почему многие люди не могут создать атмосферу для чудес. Почему нет силы? Потому что нет откровения, которое от Бога. Потому что в откровении все становится живым и реальным, как будто впервые Бог это говорит. И теперь я понимаю, почему Павел часто молился, чтобы дух премудрости и откровения. Потому что он знал, как только кому-то открылся Слово Божие, тот человек становится опасным для дьявола. Второе. Такого человека потопить уже тяжело. Человек, имеющий откровение Слова Божие, нелегко потопляемый. То откровение, которое Бог тебе дает, внутри есть все, что тебе надо для земли. Откровение помогает создать атмосферу. Притом откровение бывает в Слове Божьем. Два. Когда у меня есть откровение, постарайся всегда менять свой разум, чтобы твой разум соглашался с тем откровением, которое Бог тебе дал. Неудивительно, Римлянам 12 глава говорит, да, второй стих, не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вот как мне обновляться, к чему? У тебя есть откровение от Бога? Да. Теперь следующая очередь. Повтори достаточно. Переучи свой разум, чтобы твой разум начал мыслить согласно откровению, которое в твоем сердце. Потому что если у тебя будет в разуме одно, в сердце другое, вот это состояние разделенности замучит не твоего духа, а твою душу. А когда душа парализована, за это разделенности тело твое подчиняется твоей душе. Не только откровение надо. Для создания атмосферы поклонение очень важно. Я вышел сюда на сцену, и я говорю Богу, я буду говорить о поклонении тоже. Ты можешь создать обстановку, чтобы я мог на примере это показать? И вот, вы знаете, мне нравится, все группы прославления на земле поют помазанные песни и непомазанные песни в одной репертуаре. Я всегда говорю нашим прославлениям, никогда не заставляйте песню, которая не идет. Вы когда будете видеть, когда поют, и люди... Да? Вот. Они потом... Я им говорю, как только увидите этого, меняйте песню. А им трудно, потому что иногда они три недели подряд, да, выучили эту песню, столько повторяли. Там такие переходы музыкальные, там такие четкие, но результаты оно дает вот такой. Вот да. В Бытие 1 глава, с 1 стиха, написано: «Вначале Бог сотворил небо и землю». Второй стих. Земля была безвидна и пуста. И Дух Божий носился над водою.
Это третий стих. Третий стих говорится. И сказал Бог. Так, земля безвидна, все грустно, все в плохом состоянии. А Дух Божий есть, носится. И ничего не происходит. Вообще ничего. Что нужно для чуда? Дух Божий и над чем работать? Есть над чем работать? Да. Есть Дух Божий? Да. Что не будет происходить? Ничего. Когда начало происходить? Смотрите, когда. И сказал Бог, да будет свет. Когда Бог сказал, да будет свет, что появился в этот момент, скажите мне? Что появился? Твердь не появился. Появился свет. Почему? Потому что это то, что сказал Бог. Дальше, в шестом стихе, Бог говорит, да будет твердь отделиться от воды. И появилась твердь согласно слову, которое сказал Бог. Какие чудеса будут происходить на служении? Присутствие Божие, Дух Святой двигается. Что ты скажешь, то и будет. Скажите, что я скажу, то и будет. Что если я помолчу, то и будет. Ноль. И вот поэтому мы много чего не видим, потому что мы молчим. Научись говорить свою жизнь. Научись говорить свои обстоятельства. Когда присутствие Божье приходит, всегда ты можешь большой урожай чудес. Если ты будешь говорить. Бог желает, чтобы мы говорили. Вера, мы соединились с Богом, оно требует, чтобы мы что-то говорили. И тогда проявляется что-то. Если ты жаждешь больших достижений, стремишься быть победителем над обстоятельствами, хочешь быть крепким и целеустремленным, приобретай книги и проповеди пастора Генри Мадава. В каждой из них ты почерпнешь свежую мудрость с Божьим присутствием. И это поможет тебе вырваться из плена безысходности и сомнений в Божьи объятия. Сделать заказ вы можете по телефону или по электронной почте, которые вы видите на вашем экране. Оказывается, сила Божия может сходить, и можно почувствовать, и оно убирает болезнь. Вы можете закрывать мне правое ухо? Вы меня слышите? Слышу. А сейчас? Слышу. А сейчас? Слышу. А сейчас? Слышу. Слава Господу! Это ухо открылось. Дайте аплодисмент Господу. Это Коля и Леша, и до 4 лет они не могли разговаривать. С 4 лет их понимала только мама. И сейчас я с ними разговаривала, и я могу их понимать, и они мне отвечали. Скажи, я люблю Иисуса. Я люблю Иисуса. Скажи, я люблю Господа. Дай аплодисменты Господу. Христианская церковь «Победа» приглашает всех желающих на богослужение, которое проходит в воскресенье в 10 и в 14 часов, а также в среду в 19 часов. Ожидаем вас по адресу Киев, улица Малинская, 16, недалеко от станции метро «Академгородок». Пишите нам по адресу 01001, город Киев, абонентский ящик 53. Если вы нуждаетесь в молитвенной поддержке, звоните на линию жизни плюс 380 44 501 69 36.